Black. Black. Фотосессия прошла легко и непринужденно. Каков же результат, узнаем через несколько секунд. Сегодня в составе жюри Александр Овчинников, представитель коммерческой службы телеканала «Самара КИС». Кстати, он готовит для победительницы приз. Александр Смольный, фотограф телепроекта «Я фотомодель». Владислав Денщиков, арт-директор журнала «Планета красоты и здоровья». Эльмира Кавалерова, продюсер конкурса «Самарская красавица». И я, бессменная ведущая вашего любимого и единственного в своем роде в Самаре телепроекта «Я фотомодель». И что, поехали? Дорогие друзья, давайте приступим наконец к нашему голосованию. Столько споров у нас да возникло. Будем, значит, оценивать девочек по трем критериям: артистизм, пластичность и внешние данные. Конечно, вы правы были. Ладно, что вы. Наверное, сейчас уже не стоит это обсуждать. Все девочки у нас красивы, но все-таки, наверное, будут какие-то комментарии. Вот первый участник у нас, первый номер — Лиля. Давайте делиться впечатлениями. Поближе это можно рассмотреть. Да. Мы уже познакомились с фотографиями. Лиля, которая снова вернулась к нам в комнату. Да. Я очень рада. Но есть опять моменты, да, не совсем удачные. Обратите внимание. Вот. Что вас момент... что? Меня смущает, что на этой фотографии укорачивается нога, то есть получается у нас такой окорочок неэстетичный совершенно. Ну зачем? Ну там же есть вторая еще присутствует нога. Что? Вот, потом мы видим, что это было снято под углом. Вы имеете в виду уже голень, то есть вам бедро нравится, а вот голень не очень. На что мы смотрим? Мы видим фотографию в целом, мы видим фигуру в целом, да? Вот эта часть, хорошо, палец опять потерялся у нас. Куда мы можем отправить эту фотографию? Где мы ее представим? Лично я бы даже ее в фотоальбом семейный не поставила. Ну, выбирала фотографию модель. То есть, сама, да, были условия, что девочки сами выбирают. У нее были более удачные фотографии. Потому что мне она, в общем-то, понравилась. Вот. Здесь интересное лицо и волосы. В данный момент мы рассматриваем только сам взгляд, фактуру лица, волос, да? А ко мнению остальных жюри я свое высказала, хотела бы услышать других. Давайте еще раз оговоримся. Мы по критериям все-таки давайте разберем. Ну, то есть вы, Эльмира, считаете, что лицом как бы она все, что могла, все показала? Лицом, да. Достаточно гармонично, да? Да. Пока лицом. Я считаю, что именно артистизм здесь, то есть съемка была все-таки направлена больше на постельное белье. Как известно, эмоции модель выражает глазами и кончиками пальцев. И вот все-таки здесь, именно вот в этом выражении, вот ту эмоцию, которую модель хотела показать, она несет некую агрессию. То есть, что не совсем вяжется с постельным бельем. Возможно, это то место, где мы все отдыхаем. Хотя, в принципе, и не все, и не всегда.
она мало того, что показала красоту, она при этом еще и показала эмоции на своем лице. Угу. С чем, в общем-то, не все девушки у нас могут похвастаться. В данном случае здесь эмоции – человек, который умеет работать со своим лицом. И я вспоминаю в тот момент, когда чисто случайно она у нас не вышла из проекта. Каким-то образом. А после этого показывал самые лучшие результаты по фотосессиям. Это та поза, которая, в общем-то, ну, как бы то выражение лица, которое чаще всего она и делает. Да. Хотя она человек очень улыбчивый, но вот у нее или улыбка, или вот такое выражение лица. Выставить оценки? Вот. Да. Мне, в принципе, не нравится эта поза вообще. Да. Потому что, ну, она проста, это то, как обычно снимается. Дома на фотоаппарат. Вот. Первая поза, которая, в принципе, приходит по съемке на постели. Вот. Ну, сама девушка, в принципе, красивая. Она красивая, да, но у нее очень такой пронизывающий взгляд, который, может быть, модели никогда не повредит. Классика. То есть, да, классика. Томный такая. Взгляд на постели, белье и немного бижутерии. Достаточно избито. Но ничего плохого ты не скажешь, в принципе. Все получилось удачно. Сама девушка, ну, наверное, поняла то, что от нее требовалось. Она дала именно ту эмоцию потребителю, который потом получит эту фотографию, которую он хотел получить. Поэтому я считаю, что она хорошо справилась с своей задачей здесь. Я согласна с вами. Она хорошую позу приняла, скрылась со своими недостатками. Все прям, все женские преимущества, да, они на лицо. Да, вот видите, как очень интересно идет линия, да, вот эта игра, вот все. Здесь вот волны. Она знает все свои преимущества, она их показывает. В данной фотографии как раз тот момент, когда можно поставить еще хорошо плюс, да? Не знаю, я прям выше болта. Ну да. На самом деле, я думала, что будет плохая фотосессия. А вот этот снимок прям замечательный. И улыбка, и волосы, которые обычно мы привязываемся к волосам к ее, да, что у нее что-то не так, а здесь как-то все хорошо очень получилось. Пока лучший кадр вообще, в принципе, да? Всех, да. Оригинальный, да? Девушка не старалась показать секс и так далее. Просто легко. Постельное белье, но постель можно резвиться и так еще. Татьяна. Так и назвалась Татьяна. Ну, что мне понравилось в этой фотографии? Это ее взгляд. Это одна из немногих фотографий, где на самом деле модельный взгляд. Да. Когда вот она, вот она я такая. Что не совсем нравится здесь, раз уж речь о том, что они сами подбирают себе одежду, мне не нравится вот эта одежда сверху на ней. Мне кажется, что она встала на кровать после того, как просто сняла трико. Вот. Но действительно, я соглашусь, взгляд классный. Так что-нибудь, кроме взгляда, ничего хорошего никто ничего не видит, да? Ну, а взгляд – это главное. Да. Это главное. Это вот когда есть искорки в глазах, когда есть призыв, можно простить все остальное уже падает и уходит на второй план. Да. Тут сверху снизу до верху набор штампов и клише, то есть немного расставлено. И плюс еще прям убивает вот эмоции, вот такая просто какая-то вот улыбка такая, да, вот я пришла, я улыбнулась. Я такая циколка, вот и все больше. Скучно, честно. Человек, который у которого взгляд всегда вот такой. Так вот он может быть только таким. Да,
сожалению. Даже вот если не на камеру сказать, если нужно вот снимать, например, фильм или рекламу ритуальных услуг, что вот люди вот, скорбящие, вот. Вот туда вот прям вот это единственное место. К сожалению, потому почему что сколько раз просто говорил, что надо работать с лицом, что модель не может быть, это вот актер одной роли. Грусть, тоска меня съедает. Да, но при этом у нее на самом деле одна из единственных, у которой модельная внешность. То есть она на самом деле выглядит как модель. Ее вот большой вот проблема – это ее взгляд. Напряжение чувствуется, вот она позирует, она нелегко позирует. А ей, да. Ей поза неудобная. Ей неудобно в этой позе, она пытается это скрыть. Да. И вот это видно, это видно. То, что и здесь ей, видимо, как-то плечо, вот это все настолько ей неудобно в этом. Она хотела сделать красиво. А вышло как всегда. Что эта фотография, да, самая удачная. Мне нравится здесь улыбка. Давайте, может, я покритикую сразу. Ничего, здесь не нравится. Значит, первое, что на самом деле улыбка. Да, книжка сама, это дневник какой-то. За что, даже не пойму, что там написано. Да это просто. Значит, что? Лицо, улыбка. Нет, там не топлив. А зачем тогда закрываться? Да. Значит, момент номер раз – лицо. Лицо очень неудачно получилось, то есть, опять же, какое-то вот невыспавшееся такое, да, скукоженное. Вот, потом дальше. Книжка вот эта, вот тетрадка, она вообще непонятна, чего она там делает. Да. Для чего? Я еще могу понять, если бы реклама была бы книги, да, она здесь закрывает, в общем-то, большую часть тела и привлекает внимание. Бух такой, да. она к себе. Что это такое? Да, зачем что это? Что там такое? Что мы там можем вот. Прочитать? Рука, которая утонула, бог с ней. Опять же, у нас разговор идет о трицепсе, то есть, когда у девушки мышца вылазит. И все остальное, со всей остальной позы, то есть, опять же, все такое квадратненькое, все такое треугольненькое, угловатенькое. Я бы тут отметил плюс то, что она, во-первых, привлекала аксессуар к съемке, но она абсолютно с ним не взаимодействует. То есть, на кровати можно читать, да, но она, она не читает и не прикрывается, и улыбается непонятно. Дорогие друзья, мы приняли решение. Девочки, к сожалению, сегодня пришли не все, да? Нас осталось всего 10, и хочу вам сказать, что сегодня останется наполовину меньше, только 5 человек. В общем, вы должны были выбрать одну фотографию, да, у вас было задание. Хочу сказать, что не все с этим справились, к сожалению. Большинство из вас мыслит почему-то стереотипами, выбрали такие скучные, банальные фотографии. На самом деле, когда конкурс только начался, я на тот момент защищал вас всех. То есть мы с Эльмирой на самом деле просто чуть ли не дрались за каждой модели, что вот это вот надо, это надо оставить, чтобы остались самые лучшие, потому что на самом деле был потенциал. На этот раз, после этой фотосессии, это было для меня, честно говоря, шоком. Потому что таких плохих вот поз, такой плохой работы я вообще не ожидал. Мы с вами уже полгода. Татьяна, вот эта отсохшая рука, если бы не твой взгляд, это все. Это было бы до свидания. Если бы еще вот на это вот на лице вот такая улыбочка была бы, мы бы просто распрощались на раз-два. Итак, из нашего проекта уходит Наташа, Юля, Оксана и Белла. Смотрите в следующей серии. Оставшиеся участницы выбирают себе вечерний наряд. Впереди их ждет фотосессия в ресторане «Россия». Благодарим ресторанный комплекс «Россия» за помощь в проведении съемок. Ресторанный комплекс «Россия», улица Максима Горького, 82. Телефоны 221-23-45, 221-23-86. Студия «Смольный», телефон 990-13-18.